больничные листы переводаются на 7 дней. Если человек болеет бессимптомно, либо там минимальная, там, катаральная, если температура там 37, у него даже был положительный мазок, его возможна выписка, если у него все хорошо, даже без контрольных мазков. То есть сейчас вполне легитимно то, что не выполнять даже контрольные мазки при выписке. Это записано у нас теперь в законодательных актах. Дальше. Открытие больничных листов. Буквально вчера прорабатывали в министерстве, сейчас пришел приказ, возможно, мы даже уже внедрим. Если пациент чувствует себя как-то плохо, у него есть какие-то вот небольшие проявления, но он чувствует, переносится это все легко, ОРВИ это даже или ковид, даже без экспресс-тестирования по телефону в дистанционном формате можем выписать листок нетрудоспособности. Для этого необходимо позвонить в колл-центр. Колл-центр переведет на специалиста, который будет заниматься, соберет, какие жалобы есть, какие что беспокоят. После этого выпишет дистанционный лист нетрудоспособности, проконсультирует и на 7 дней его спокойно выпишет для того, чтобы не ходить на работу. Закроется он также автоматически, но понятно, что такие пациенты будут обзваниваться каждый день для того, чтобы не приходить, не создавать дополнительную очередь и не инфицироваться тех пациентов, которые больны дополнительно какой-то инфекцией. Можно будет посидеть и на 7 дней. Препараты для лечения ковида бессимптомного по рекомендациям министерства выдавать не требуется. То есть бессимптомный ковид, который идет с некоторыми проявлениями респираторки, не требует лечения. Единственное, что парацетамол, если вдруг поднялась температура. Но если у таких пациентов, которым выдан будет больничный лист дистанционно без посещения врача, если возникнет какая-то клиника, то ему, конечно, надо будет дать обратную связь. И, соответственно, исходя из этой ситуации, тоже будем решать и принимать меры.